Всем, друзья, привет! Сегодня у нас 8 февраля, светит солнце, с самого утра, никаких облаков, небо ясное, со всех сторон. Сейчас хочу показать, как у меня светит солнце на мою теплицу, как попадают лучи, как вы можете видеть, с полчетвертого уже полностью покрывает своим светом со всех сторон теплицу. Солнце уже повыше стало, гораздо чувствуется. Конечно, уже скоро заход, но сегодня в теплице не топил. Сейчас посмотрим внутри теплицы, какая температура. Поехали. Температура воздуха в теплице 2,4 градуса около рассады. Немножко нагрелась от солнца здесь. Так вот сейчас выглядит рассада на 8 число. Светильники я выключил, как вы можете видеть. Сейчас будет перерыв у растений 6-часовой. Досветку я сейчас на 6 часов прекращу. 18 часов будет досвечиваться завтра. Сейчас, когда стемнеет, сделаю отчет по времени 6-часовой. После включу лампы опять, досвечиваться будет 18 часов. Потом буду на 2 часа снижать каждый раз досветку. Досветка будет уменьшаться. Доведу до 12-часового дня досвечивания или до 14-часового. Точно еще не решил пока что. Сейчас покажу, сколько в конце теплицы у нас температура. Солнце вот с торца очень хорошо попадает. Ну и времени уже, конечно, к вечеру. Здесь у стены показывает 20 градусов термометр. Так вот все, пока что это дело выглядит с конца теплицы. Ну, заметно. Существенная экономия на отоплении получается, когда днем светит солнце. Светит, конечно, не каждый день. Да и погода на улице минус 15. Ночью, говорят, синоптики будут минус 20, минус 25. Далее я хочу сделать эксперимент по корневым стимуляторам. Прикупил разные стимуляторы: корневин, гетероауксин, на разных, в общем, будет дальше видео, смотрите. Будем экспериментировать на огурце этими корневыми стимуляторами, будет ли вообще от них эффект. На этом все, друзья. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь. Ждите новых видеороликов. Всем пока. Ну вот и вечер, друзья. Зашло солнце. Все, сейчас свет выключаю и делаю отчет по времени для того, чтобы включить по новой освещение, досветку для огурцов. Мороз, вечер, красиво. Сегодня небо ясное, можно, у кого есть телескоп, понаблюдать на Луну. Но так ясно не было. На камеру не передается, слабенько.